Хорошая самооценка женщины – основа ее здоровых отношений с людьми и важная составляющая в процессе достижения жизненных целей. Более того, уверенность в себе и внутренняя сила делают женщину по-настоящему неотразимой. Сегодня расскажем о нескольких качествах женщин, перед которыми мужчины не устоят. Перед началом не забудьте подписаться на наш канал. У нас много интересных и полезных роликов, которые выходят ежедневно. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы смотреть классные ролики первым. Хочешь получить 1000 рублей как прошлый чемпион? Оставляй больше комментариев, и если они не наберут лайки, мы свяжемся и отдадим твою 1000. Полюбите спорт. Вы можете выбрать любой спорт и любое упражнение, которое вам нравится. Наше тело предназначено для осуществления физической активности, и именно это делает нас счастливыми. Эндорфины, гормоны радости, производятся в мозгу во время тренировки. Чтобы приучить себя к спорту, дайте себе 21 день и следите за своим самочувствием. Кроме того, фотографии до и после могут послужить прекрасной мотивацией. Вы не должны быть совершенны во всем. В наши дни женщины вынуждены думать, что если они построили карьеру, но не создали семью, они провалились. Но у каждого из нас своя дорога, и когда вы достигаете больших успехов или посвящаете свою жизнь воспитанию детей, вы уже заслуживаете большого уважения. Важно выбрать свой путь и придерживаться его. Вы можете быть идеальными для себя и окружающих людей, не являясь мастером на все руки. Не стесняйтесь, ставьте лайк, если вы чем-то несовершенны. Это нормально. Зато вы самые лучшие подписчики. Это правда. Не гонитесь за распродажами. Это абсолютно нормально, если ваши глаза загораются при виде большой распродажи. Но более практично иметь одну качественную вещь или один хороший набор косметики, вместо того, чтобы купить 10 дешевых платьев за ту же сумму. Дорогое пальто прослужит вам дольше, нежели куртка с распродажи, не говоря уже о том, что косметика влияет на вашу кожу и здоровье, поэтому она должна быть качественной. А если же вы хотите приобрести по выгодной цене, скажем, недвижимость или авто, вам на сервис Гивея. Все недооцененное имущество размещено именно здесь. Залоги банков, имущество лизинговых компаний, банкротов, арестованное имущество. Полная информация, заключение об оценке независимыми оценщиками. Фактически любое имущество можно купить в один клик. Хочешь новый автомобиль? Покупай по адекватной цене. Не требуется ехать в удостоверяющий центр и покупать ЭЦП. Не требуется искать специалиста для составления аукционной документации. Покупка простая, как в интернет-магазине, в 5 кликов. Система автоматически сформирует, заверит документы и подаст заявку. Сложное теперь просто. Имущество продается значительно дешевле рыночных цен. Не веришь? Переходи по ссылке в описании и проверь сам. Гивея. Полюбите свое тело. Одно дело любить и принимать свое тело, другое – принимать правильное решение. Люди любят оправдывать пренебрежение своим здоровьем, говоря «я – это не мое тело». Однако на самом деле ваше тело – это вы. Это часть вас, которая будет с вами всегда. Поэтому перестаньте разрушать себя, злоупотребляя фастфудом или опасными диетами и упражнениями. Пусть ваше сознание и здоровье находятся в равновесии. Разрешайте себе отдыхать. Своевременная зарядка наших батареек имеет решающее значение для физического и психического здоровья. Хороший сон, любимое хобби и возможность побыть наедине – это то, что положительно влияет на ваше тело и разум. В конце концов, вы не сможете сделать что-то хорошее, если не чувствуете себя хорошо. Напишите в комментариях, как вы любите отдыхать. Может быть, за компьютерными играми или как-то еще. Будьте честны с собой. Никто не идеален, включая вас. Ваши недостатки не делают вас менее прекрасным человеком. Во всяком случае, это то, что делает вас личностью. Принятие этого может быть освобождением и первым шагом к работе над тем, чтобы недостатки не мешали вам иметь здоровые отношения и качественную наполненную жизнь. Не тратьте время на токсичных людей. Мы не выбираем людей, с которыми учимся в институте или работаем.
Но наше свободное время остается в нашем распоряжении. Не тратьте его на людей, которые заставляют вас чувствовать себя плохо или дают вам меньше положительных эмоций, чем вы заслуживаете. Уметь говорить «нет», когда вы не хотите что-то делать – бесценный навык и признак психологической зрелости. Понимайте и предотвращайте манипуляции. Да, когда мы хотим чего-то, мы делаем все, чтобы желания сбылись. Но если вдруг что-то не получается, это не означает, что мы фатально ошиблись. Это открывает возможность попробовать еще раз. Но часто мы подсознательно начинаем обвинять в неудаче обстоятельства или других людей, что позволяет нам принять роль жертвы. Будьте осторожны, роль жертвы вызывает привыкание, а это плохо сказывается на нашей самооценке. На этом все, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, а также смотрите предыдущие ролики, кликайте прямо сейчас. Хорошего настроения, до встречи!